Если у вас в холодильнике нет никаких овощей, но есть сельдерей и пекинская капуста, то можно очень быстро приготовить простой и вкусный салат. Для этого нужно всего одну веточку сельдерея и несколько листов пекинской капусты. Они очень хорошо хранятся в закрытых пакетах. Пошинкуем сельдерей и отправим его в подготовленный салатник. Отделим несколько листов пекинской капусты, распустим его на полоски и тоже пошинкуем. А затем добавим к сельдерею. Перемешаем и добавим грецких орехов. Сюда очень хорошо подходит ананасовый соус. Льем его, не жалеем. Он не испортит наш салат. По вкусу можно добавить немного черного перца. Ну или чуть-чуть больше добавить. Вот и все, наш салат готов. Он очень хорошо сочетается с отварной говядиной.